Это было предсказано еще 40 тысяч лет назад Перун, когда а, вот так в третий есть. Раз пребывал, и он общался с народом, и он сказал, что на 7 кругов жизни окутает тьма землю родов расы великой перед концом ночи Сварога. Круг жизни — это 144 лета, поэтому и академик Павлов говорил, смерть до 150, я считаю, насильственной. Понимаете? 7 кругов жизни — это 1008 лет. Ну, грубо говоря, крещение Руси 988 год, и 1008, то есть последний год правления тьмы, заканчивается в сентябре 96-го. То есть с сентября 95-го по сентябрь 96-го. И что мы имели на этот период? Выборы мэров, губернаторов, городских, областных советов, Государственной Думы, Совета Федерации и президента. И не только в России, и во всей Европе и Америке. То есть это пошло новое движение. По всему миру, то есть как бы представители темных сил пытались зацепиться, чтобы себе продлить власть. Ну, поэтому многие приходят, говорят, у вас что-нибудь сказано о конце света? Я говорю, да, Перун сказал, наступит конец света для темных личностей и конец тьмы для светлых. Основа традиции русов – правда. Именно в ней находится ключ к загадочной для чужеземцев русской душе. Правь, согласно ведической традиции славян и ариев, это мир Всевышнего Прародителя и его детей, светлых славяно-арийских богов, кои суть предки наши, а мы – правнуки их. Потому семья – это основное звено в родовой цепи духовного движения от кона до кона. Кон – это и начало, и конец одновременно. Только на кону меняются правила игры, и только тот может их изменить, кто создал эту игру или, преодолев круг испытаний, возрос духовно до способности изведать другие игры и мерности. В семье, живущей по родовой традиции, эти испытания преодолеваются наилучшим естественным образом. Традиции – это не привычки. Это мудрость предков, осознанная и утвержденная опытом асов. Потому на Руси испокон веков особым уважением пользовались хранители традиции – ведуны и ведьмы. Ведьма – это не злая языческая колдунья, как нам толкуют христианские попы. Это ведающая мать, то есть женщина, успешно взрастившая 16 детей в родовой традиции. Веста – это обученная и подготовленная к замужеству девица, а невеста – хоть и готовая, но не обученная. Потому в жены невесту никто не брал. Это считалось браком. Юноши и девушки берегли девственность для семейных уз. Это священная традиция сохранения чистоты духа и крови для рождения здорового потомства отображена в образе руны Рита. Дело в том, что при первой близости между избранным и суженой происходит мощный обмен родовыми образами, которые навсегда прописываются в генетике. Последующие половые связи с другими партнерами тоже будут приносить потомство, но всегда с доминированием образов предыдущих. Просто белки в основном это ферменты. Это рабочий набор, инструментарий, универсальный для всех организмов. Человек, животное, растение, бактерия или вирус. Значит, один и тот же набор рабочих инструментов, который осуществляет метаболизм или обмен веществ. Но! Значит, тогда надо объяснить, чем же мы все-таки отличаемся генетически. И строение организма осуществляется по двум планам. Я говорил, первый план – это голограмма. То есть голограмма задает пространственную структуру, образ, по которому, как по схеме, строится организм. Но еще, оказывается, есть вот в этих хромосомах текстовые программы. Когда я убрал молекулу ДНК из лазерного пучка
и лазерный пучок зондировал пустое место, то это пустое место вело себя так, как будто там присутствовали молекулы ДНК. То есть я увидел фантом ДНК. Ну, не абсолютно идентично, конечно. Там сигнал меньше был, все, но общий характер был именно таков, что как будто бы там присутствует молекула ДНК. Хотя до эксперимента этого не было. Если ДНК греть, нагревать ее, да, температура там 42 градуса, при которой человек погибает, кстати говоря. И непонятно, почему он при температуре минус 41-42 погибает. А нам стало понятно. В этот момент жидкий кристалл ДНК плавится. То есть наши хромосомы при такой температуре расплавляются. То есть сама двойная спираль еще остается, ДНК, а ее жидкокристаллическое состояние прекращает быть. И стираются вот эти высокие программы, которые являются основой волновой генетики. И человек погибает. Зная, что там фантом остается, думаю, дай-ка я поставлю, охлажу кюветное отделение и вставлю туда ДНК нормальную, при нормальной комнатной температуре. Вставляю туда ДНК и смотрю на осциллограф и вижу, боже мой, молекула ДНК ведет себя так, как будто бы ее нагревают. Примерно так. А в контроле она ведет себя нормально. Значит, я тогда делаю вывод или предположение, что ага, фантомы ДНК биологически активны. И действительно потом мы подтвердили. Это 93-й год. Не берите в жены брат сестру свою, а сын мать свою. Не берите жен с черной кожей, ибо кровь рода загубите. Чистота духа и крови – не пустые слова. Это функционально необходимые условия для сохранения рода от вырождения. Эффект телегонии хорошо известен селекционерам, занимающимся разведением чистопородных животных. Смешивание пород приводит к утрате изначальных качеств. Человеческая плоть – это тоже животное. Невежество в этой области – приводит не только к иммунному ослаблению и сокращению срока жизни, но и к потере врожденных способностей. Значит, наши клетки общаются друг с другом с бесконечно большой скоростью. То есть, короче говоря, понятие времени там исчезает сразу. Все очень сложные метаболические процессы в этих сотнях миллиардов наших клеток, клетки друг о друге знают как бы сразу, мгновенно, за счет того, что вот эта информация переносится фотонами. Оказывается, наши молекулы ДНК являются антеннами. И не только ДНК, но и белки. Потому что они содержат металлы, атомы металлов, которые являются родом антеннами, обращенными в космос. Кстати, свадьба – это сва-де-ба. Небесное деяние богов – асов. Ибо семейный союз создается для взаимопомощи в духовном восхождении в мир прави, через деяния в мире яви. Дети – это поток. Мы с вами имеем дело с явлением тысячелетий. Это богатство. Пришел к тебе, говорит, здравствуй. А я ему должен, как Серафим Саровский, ответить: здравствуй, радость моя. Потому что передо мной явление. Явление тысячелетий. И я его, это явление, принимаю под свою ответственность.